Пока я окуни выкидывал, блядь, смотри сюда. А удочка просто лежала. Блядь, попалась. Я слышу, что стыдники есть такая. Ну, чурогайка. Да палатка примерзла, пока окуней раскидал. 149 окуней. И 3 чурогайки. И на жерлицах 2 окуня. 151. Чё, хуёво? Нормально. Все горбатые. Горбатые, ага. О, стоит. Ага. Да не, я пока так подумал, думаю, что это. Пока я смотаюсь, блин. Жерлицами с этими. Время пройдет. Короче, сейчас. Вот такой вот у меня улов, друзья. Тут у нас у ребятишек еще улов. Вот такой. Вот такой. Здесь такой же. Щукан такой лежит. Там рыбаки продолжают рыбалку. Солнце садится уже. Похолодало, да? Похолодало чуть-чуть, ребятки. Ну, тут посмотрите, как человек делает пока. Я палатку складываю. О, карасики нормальные, кстати, друзья. На мормышку, на опарыша два карася попалось. И у тебя же, да, третий? Вон на блесну лежит. А, и вон тот на блесну попался тоже карась. Нормальные караси, видите? Сейчас посмотрим, как караси рыбачат. Оба. Какой-то умный человек складывает палатку так, ага? И красный какой. Я один день придумал, пожалуйста. Еще и материал такой подобрал. Проволоку, блин. Щучка, с тем щучком щучка. Крупнее, чем булять.
Все, нам пора сматываться. Окуня. Сегодня порыбачили на зимней удочке, на мормышке, короче, на мотыля. Короче, на балансир нифига не шло у меня, ни одной рыбки не поймал, но клевало, окунь, видать, клевало. И вот на мотыля, на две мормышки, на муравья, короче, вот половил чурагаек и окуньков. Три чурагайки и 151 окунь. Вот, сегодня, короче, удалась рыбалочка у нас. Можно сказать, что по первой леди речка Оша, Омская область. Ставим вот такой вот лайкос. Ну чуть-чуть, короче, не хватило дается. Вот. Нормально, короче, порыбачил.